Молодежь никогда не поймет то, что мы пережили. Мы ведь жили и без света, и без газа, без холодильников, без микроволновок. И мы никогда ничего не выбрасывали. Всегда надо думать о других, чтобы немножко помогать в силу. А просто так лежать на диване. Говядина, вот эти консервы я получаю много, и кажется, у всех остальных государств такая же картина.